Все, запись занятия будет. Ну, кто онлайн занимается, давно не виделись. Доброе утро. Я тоже по этим занятиям иногда начинаю скучать. Хотя почти каждый день есть очные занятия, но через сеть можно как бы так подсоединиться к тем, кто не может в Питере прийти на занятия. И кому нравится начинать утро с практики. Вот, давайте начнем. Предыдущее занятие я какой-то домашний лайфхак, домашний. Вот они там сейчас у меня на заднем плане, мячики, а побольше, поменьше. Какие-то предметы вам рассказывал, как я их использую для тренировки. Сегодня это простое полотенце. Полотенце. Каждый раз, когда вы приходите в ванну или после душа, вот, что можно, что я предлагаю, что я делаю там. Вот делаю из полотенца вот такую веревочку. Можно это делать и ремешком тоже. И если я вот так зацеплюсь, смотрите, и вверх, вот под затылок, вот с сопротивлением, с небольшим, руками толкаю, тяну голову вперед и вверх, а затылком сопротивляюсь, головой сопротивляюсь, включаю все мышцы. Вот, вся спинка включается. Это раз. То есть можно так, вдох, выдох. Вдох, помылись, вытерлись, выдох. И еще вдох, выдох. Также можно поворачивать голову и тоже вот толкать, чтобы у нас вот эта мышца включалась. Вот, это одно действие. Второе, ручки вытягиваем и проворачиваем в одну сторону, в другую сторону. Тем самым у нас плечики, плечевой пояс разминается. Раз в день, два раза в день, три раза в день. Вспомнили, увидели полотенце, вспомнили. Тук. И если у вас сидящая работа, если компьютерная шея, смартфонная шея, привычка смотреть вниз, а потом вперед, вниз, вперед. У нас, вот уже много раз рассказывал, короткие экстензоры пережимаются, да, а длинные перетягиваются. И получается дисфункция. А нам нужно их в норму вывести, и короткие, и, то есть расправить короткие разгибатели и привести в норму, то есть раскрыть вот это место, грудную клетку, длинные разгибатели шеи. И тогда у нас голова будет находиться над центром грудной клетки и центром таза. Давайте сейчас это и сделаем. Поместите голову в одну линию. Одна линия, вертикальная линия, центр головы, центр грудной клетки, центр таза. Угу. Добавляем улыбку Будды, кончики рта растягиваем. И давайте сегодня такую аффирмацию используем. Простая очень аффирмация. Просто сами себе скажите: со мной все хорошо. Со мной все замечательно. Со мной все хорошо. Не будет когда-то, если я там 108 сурин маскар сделаю или миллион заработаю, или перееду в новый дом, или так далее. Со мной сейчас, давайте, со мной сейчас, со мной все хорошо. И поблагодарите себя, улыбнитесь, поблагодарите свое тело. Давайте закроем глаза и почувствуем тело. Поблагодарите его.
оно у вас есть, вы можете чувствовать, вы можете дышать, чувствовать биение сердца. Позвольте всему быть, просто быть, не мешать. Эзотерика и увлечение различными практиками тоже может быть как, ну, вредной привычкой. Если мы перебираем, если мы одержимы становимся какой-то идеей, ЗОЖ, я сейчас тут всех напряжения даже в эту тему, на эту тему никому пользы приносить не буду. Ни самому, кто напрягается, не окружение. Поэтому через расслабление, через принятие, через умеренное использование, ну, чего бы то ни было, да, золотая середина, Будда завещал, middle way, серединный путь, не слишком туда, не слишком туда, не слишком туда, туда, посерединке выбираем мягкость, легкость. Если мы улыбаемся, это не значит, что мы ржем там во весь рот. Вспоминаем лицо приятного человека. Можно вспомнить лицо святого, если там это, ну, например, Будда или еще кто-то. И как бы, если мы вспоминаем приятного человека, мы начинаем как бы зеркалить его состояние приятное, гармоничное, легкое и радостное. Хорошо, почувствуйте позу свою, позу, как она, насколько она удобна, комфортно. Почувствуйте тяжелый низ, точки опоры, точки касания, легкий верх. Голова стремится вверх, ниточка привязана за макушку, помним, и кто-то мягко за макушку нас вывешивает. Позвоночник чувствуем, как линию, соединяющую вверх и вниз. Кончик языка на верхнее небо, ладошку на живот и дыхание. Почувствуйте свое дыхание. Давайте, одна ладошка наверху, другая внизу. Одна ладошка, вот область ключиц, другая брюшная полость, область пупка. И сразу же начинаем полное йоговское дыхание, несколько вдохов и выдохов. Живот, ребра, ключицы. На вдохе ключицы, вот верхняя часть, средняя часть и живот на выдохе. В таком порядке. Вдох вместе. Чуть замедляемся, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. И самостоятельно удлиняем вдох и удлиняем выдох. Еще три дыхания, три длинных дыхания. Глубоких и длинных. На вдохе мы вырастаем вверх, макушкой вверх, как позвоночник, как стебель растения, голова как цветочек и седалищные бугры, как корень
там у нас не зря называется корневой замок, да, между в промежности корневой замок. И давайте на вдохе чуть добавляем корневой замок. Мула банха. Мула корень. Поджимаем мышцы промежности. На выдохе отпускаем. Сейчас можно более так интенсивно дышать. Вдох, поджали. Выдох, отпустили. Вдох. В тонусе мышцы тазового. Выдох, отпустили. Хорошо. Отпускаем. Ручки на колени. Вдох, выдох. И переходим уже к положению стоя, к следующему этапу. Настройка на дыхание стоя. Давайте примем позицию. Ножки вместе. Почувствуйте свои стопы, опору. Почувствуйте таз. Таз копчиком чуть-чуть вниз. Ага. Почувствуйте грудную клетку. Вот это место, где у нас грудные мышцы, чуть-чуть можно расправить и отпустить. Вот. Почувствуйте шею. Положение головы. То есть голова у нас над голова на линии находится. Центр головы. Ага. Руки, ладошки раскрываем в стороны и начинаем на носочках подниматься. Дыхание уджайи, вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Вытянулись вверх. Выдох. Вдох. Терапия дыхательной системы. Выдох. Успокаиваемся. Теперь руки вперед и в прогиб. Вдох. Тянемся, смотрим взглядом вверх. Выдох. Два вдоха. Выдох. Три вдоха. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Ладошки кверху. Вытягиваем в стороны и назад. Лопатки продавливают вперед. Грудную клетку. Выдох. Позвоночник. Лопатки. Вдох. Соединили. Выдох. И еще вдох. Вот такое. Выдох. Вот аффирмацию можно повторить. Давайте ручки раскроем. Откроем грудную клетку, сердце миру. Со мной сейчас все хорошо. Выдох. Хорошо. Опустили. Ноги ширина таза. И из таза, сохраняя линию позвоночника, начинаем вот такие скручивания. Руки у нас как пустые рукава рубашки. Движение из таза. Утренняя практика, как правило, утреннюю практику я составляю, как правило, из обязательных ежедневных
упражнений для здоровья и долголетия из разделов йоги, пранаямы, цигуна, медитации. Вот каждый раз мы что-то делаем, ну где-то что-то повторяется, где-то нет, потому что упражнений различных много. Хорошо. Руки вперед. Сжимаем-разжимаем пальчики. Ноги ширина таза. Сжимаем-разжимаем. Полностью. Сжимаем-разжимаем. Полностью. Вытянули пальцы. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Сейчас будут чувствоваться мышцы, запястья. Покрутили. В одну сторону, в другую сторону. Встряхнули. Почувствовали. Хорошо. Большие пальцы внутрь. Кулаки вверх-вниз. Вверх-вниз. Кулачки в стороны. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Покрутили. В одну сторону. В другую сторону. Хорошо. Натянули кулаки вверх. Вот таким образом. Делаем вдох. Кулаки сжаты. Большой палец внутри, выдох. Указательный палец вверх, вдох. Выдох. Второй палец вверх, вдох. Выдох. Третий палец вверх, вдох. Выдох. Четвертый палец вверх, вдох. Руки прямые. Выдох. Пятый палец вверх, вдох. И на выдохе все отпускаем, встряхиваем. Бросаем ручки, встряхиваем. Кисти расслаблены, локти, руки в стороны, локти в стороны, кисти расслаблены, крутим в одну сторону руками, в другую сторону руками, как два пропеллера. Теперь в одну одинаковую сторону и в другую сторону. Локти все время в стороны смотрят. Хорошо. Плечики вперед, выдохнули. Назад вдохнули. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Правую поверх. Вдох. Пальчиками вниз потянуть. Выдох прямо. Левое ухо вверх. Вдох. Выдох. Правое ухо вверх. Вдох. Выдох. Левое ухо вверх. Вдох. Выдох. Повороты в одну сторону, в другую сторону. Произвольно сейчас дышим. В одну, в другую. В одну. Другую. Хорошо, и теперь наклоны головы и повороты соединяем. Правое ухо вверх, провернули голову, посмотрели вверх, вернулись. Левое ухо вверх, повернули голову, вернулись. Продолжаем ближе. Раз. И рисуем подбородком такую изогнутую восьмерку. Рисуем, рисуем, рисуем. Ах, наблюдаем за ощущениями в шее. Теперь левое ухо вверх. Посмотрели вниз. Правое ухо вверх. Посмотрели вниз. Поменяли направление движения и также рисуем восьмерку. Обращаем внимание, что дает вот это упражнение. Мы все время вниманием, практика осознанности. Мы осознаем, что сейчас происходит.
Если где-то есть какая-то вот неприятное ощущение, остеохондроз, там еще что-то, то мы тихонечко амплитуду меньше делаем. Амплитуду меньше. То есть нам нет задачи все там перетянуть. Есть задача насытить кровью. Разницу чувствуете? То есть нету задачи сделать прямо что-то такое. Усилие. Усилие без усилий. Хорошо, теперь кошка лежит четко. Киваем вперед голову. Раз. Два. Три. Четыре. Затылок назад, подбородок на себя. И проносим голову вперед, затылок вверх. И вот такое круги рисуем. Теперь в другую сторону. Как швейная машинка. Хорошо. Левое плечо. Раз, два, три. Облизываем. Четыре, пять, шесть. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Хорошо. То есть шею чуть больше времени уделяю, так как у нас важный элемент это голова, мозг и состояние шейного отдела. Да? Хорошо. Круговые движения. Раз. Назад. Два. Три. Вперед. Раз. Два. Три. Угу. По очереди. По очереди. Разминаем плечики, другую сторону, по очереди, хорошо, одновременно, правое вперед, левое назад, раз, два, одновременно, три, другую сторону, раз, поменяли направление, два, три. Руки накрыли таза. Верхнюю часть чувствуем. Как такое раскрывающееся, такое расширяющееся место. Теперь переходим вниз и тоже насыщаем тоже не менее важное место. Район таза, тазобедренных суставов. Здесь у нас поясница. Вот можно спереди, сзади ладошки положить. Поясничка. С боков. Боковые косые мышцы, мышцы живота. Квадратные мышцы спины, вот область почек можно потрогать. И сами тазобедренные суставчики, в другую сторону. Вот почувствовать, как они там работают. Вращаются, вращаются, вращаются. Движение для суставов – это здоровье. Хорошо. На левую ножку перешли. Круговое движение правой. Ногой, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вторая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Ноги ширина таза. Давайте. Вот так. Хорошо. Чуть присели. И теперь вот такой правой ногой. Раз. Шаг. С левой ногой. Два. Правой. Раз. Два. Раз. Присаживаемся. Два. Присаживаемся. Шаг. Раз. Два. Еще раз правый. Раз. Два. Остаемся внизу здесь. Ножки ширина.
вот под колени, да, пошире. Берем большой. Хорошо. Шарик. И начинаем. Давайте я вот так. И начинаем этот шарик двигать. Раз. В одну сторону. Круг. Делаем в другую сторону круг. В одну сторону. Другую. И еще раз. Большой круг. Раз. Два. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Опускаемся вниз. Локти. Колени. Выдох. Голова ниже таза. Хорошо. Поднимаемся. Сгибаем резко колено. Пробуем попасть в пятку. Пяткой в ягодицу. Ловим ножку. Натягиваем. Вторую ножку. Натягиваем. Колено вниз. Пятка к ягодице. Хорошо. Большие пальцы вместе. Остальные пальчики растопыриваем на ногах. И начинаем вверх-вниз. Покатываться. Разминаем нижнюю часть. Самый нижний наш фундамент. Стопы. Стопы. От состояния стоп зависит, как мы в течение дня ходим, передвигаемся, насколько амортизаторы срабатывают. Теперь ножки чуть-чуть. У нас стопа – это амортизатор движения. Давайте вправо, влево, внешнее, внутреннее. Амортизируем удары. Хорошо. Пальцы растопырили, вверх подняли, поджали под себя, вверх. Как мы на руках делали, кулак, прямые пальцы, кулак, прямые, кулак, прямые. Вот, растопыриваем, сжимаем. И теперь вот это упражнение, вот это движение, используем для движения по коврику. Я вот покажу. Поближе. Мы поджимаем под себя пальчики и производим вот такое движение. Давайте весь коврик. Учимся проходить коврик. Стучим. Двигаемся к началу коврика. В начале коврика у нас будет исходное положение для следующего действия. Позволяем встряхиваться мышцам при ударе, лицу. Хорошо. На одном месте стоим в начале коврика. Понаблюдайте, как плечики отпружинивают, как весь позвоночник чувствуется. Хорошо, остановились. Прикройте глазки, почувствуйте ощущения в теле. Ладони перед грудью, продолжаем ноги вместе. Пяточки чуть-чуть в стороны, большие пальцы вместе. Линию позвоночника. Вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Вдох.
Руки вниз, выдох. Через стороны поднялись. Вдох, прогиб. Наклон ушли, выдох. Посмотрели вперед, да? Посмотрели назад, выдох. Посмотрели вперед, вдох. Отшагнули назад двумя ногами. Нижний упор, выдох. Чатуранга. Перекатились через пальчики. Потянули себе, вдох. Выдох. Собака головой вниз. Хорошо. Висим здесь, вдох. Выдох. После выдоха у Дианы Банха втягиваем живот. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Толкнули живот вперед. Выдох. Тянули живот внутрь. Уддияна Банха. Вдох. Выдох. На выдохе втягиваем живот. Вот таким образом. Собаки головой вниз. Вдох. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Прыжком или шагом подшагнули начало коврика. Вдох. Смотрим вперед. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Вниз, выдох. Дальше двигаемся. Вдох. Наклон, выдох. Левой ногой отшагнули, вдох, колено в пол. Вытянулись. Выдох, собака головой вниз. Втянули живот. Колени в пол. Вдох, прогибе. Выдох, планка. Планки, вдох. Остаемся тут. Выдох. Руки прямые. Ноги прямые. Вдох. Копчиком потянулись назад. Макушкой вперед. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем 5 планов подряд. На правой руке. Вдох. Выдох. Можно поднять вверх. Вдох. Таз и ручку за голову. Выдох. Давайте вниз опустимся. Коснулись. Вверх. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Планка. Выдох на двух ладошках. На левую перешли, вдох. Ручка вверх, выдох. За голову, таз вверх, вдох. Таз вниз, выдох. Таз вверх, вдох. Вниз, выдох. Таз вверх, вдох. Вниз, выдох. Хорошо. Планка. Теперь отходим немножечко влево. Разворачиваемся на правой руке. На обратную планку. С ладошки. Пальцами вперед. Таз вверх. Вдох. Стоим. Дышим. Выдох. Вдох. Держим, выдох, таз выше, вдох, выдох, хорошо, развернулись обратно.
Сгибаем локти, вдох. Четуранга, выдох. Два вдоха. Выдох. Три вдох. Легли. Выдох. Большие пальцы на ногах вместе. Ладошки под плечи. Потянули ребрышки вперед, живот вытянули вдох. Поставили ребрышки. Выдох. Руки справа, слева вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги вверх. Ручки вперед. Вдох. Выдох. На животе. Вдох. Дышим животом. Ребра, таз касается лобковой косточки. Выдох. Ноги приподняли. Вдох. Руки в стороны. Назад. Выдох. Согнули ножки. Изнутри захватили. И на вдохе все подняли. Голову вверх. Выдох. Только голова вниз. Выдох. Голова вверх. Вдох. Выдох. Голова вверх. Вдох. Выдох. Отпустили. Отжались от пола. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левой ногой вверх. Подняли. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Колено в пол. Посмотрели вверх. Вдох. Наклон к двум ножкам. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Ладошки перед грудью. Вдох, выдох. Хорошо. Выдох, руки вниз. А вдох, прогиб. Выдох, наклон. Давайте каждый наклон, каждое складывание, любое, втягивание живота, вот здесь. Руки через стороны вверх. Вдох. Еще раз. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Правой ногой отшагнули, колено в пол. Вдох. Выдох, собака головой вниз. Тянули живот. На носочках поднялись, вдох. Голова висит. Таз с правой стороны опускаем. Выдох. Поднимаемся, собака головой вниз. Вдох. С левой стороны таз опускаем, выдох. Таз вверх, вдох. Пяточки в пол, выдох. Тянули живот. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Ручки вверх, квадратно. Вдох. Правая рука вниз, выдох. Развернулись, вдох. Выдох. Правая рука за колено. Вдох. Ладошка на ладошке. Выдох. Хорошо. Отшагнули назад. Вдох. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх. Вдох. Шагнули вперед. Выдох. Вдох, руки вверх. Задняя нога прямая. Выдох, руки в сторону. И левая вниз. Развернулись, вдох.
Away, да? Локоть за колено. Вдох. Развернулись. Выдох. Левый локоть. Правое колено. Вдох. Выдох. Отшагнули назад. Сразу головой вниз. Вдох. Выдох. Втянули живот. Колени вниз. Прогиб. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Прогиб. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Прогиб. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Круговое движение спиной. Раз. Серединку спины. Серединкой спины. Рисуем круги. Другие, в другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. Скруглили спинку. Выдохнули. Вдох, прогиб. И на выдохе вытягиваем руки. Пробуем опустить грудную клетку вниз. Таз остается над коленями примерно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, поднимаемся. Ладошки под плечи. Вдох. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. Правое плечо вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Меняем руки. Левый вверх. Вдох. Плечо вниз, выдох. Мягкое скручивание в одну сторону, а потом в другую сторону. И еще вдох. Выдох. Хорошо. Правая нога назад, вдох. Колено на голове, выдох. Назад, вдох. Колено в голове. Выдох. Назад. Вдох. Колено в голове. Выдох. В сторону. Вдох. Держим. Выдох. Держим. Вдох. Выдох. Еще ножку выше. Вдох. Согнули. Выдох. Вытянули. В противоположную сторону. Правая нога влево вытянули, а левая ножка прямая. И с таким вот углом в ногах сели. Вдох. Прямые руки опустились вниз. Выдох. Поднялись. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Поднялись. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Поднимаемся в планку, вдох, выдох, колени в пол, левая нога вверх, вдох, голова, колено, выдох, вверх, вдох, голова, колено, выдох, вверх, вдох, голова, колено, выдох, ножку в сторону, вдох, держим, выдох. Вдох. Выдох. Вдох выше ногу. Хорошо, согнули. Выдох. В правую сторону прямая нога, левая нога прямая.
под углом 90 градусов сели, вдох, опустились, выдох, подняли вдох, опустились, выдох, подняли вдох, опустились, выдох, планку подняли вдох, выдох на живот. Вдох, руки вперед, лоб на полу. Вытянулись. Выдох, ладони под плечи. Кобра, вдох. Легли. Лоб в пол, выдох. Руки вперед, вдох. Выдох, ладони под плечи. Кобра, вдох. Выдох. Лоб на полу, пальчики поставили перед собой, вдох, лоб на полу, ладошки под плечи, выдох, кобра, вдох, хорошо, собака головой вниз, выдох, 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 тянули живот, выдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх. Да? Шаг вперед. Выдох. Вдох. Опускаемся на колено. Выдох. Прогиб. Вдох. Хорошо. Ножки вместе. Выдох. Висим здесь. Вдох. Выдох. Висим на втягивание живота. Да, выдох. Тянули живот. Выдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. С круглой спиной поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Опустили руки. Восстанавливаем дыхание. Почувствуйте, как ощущается тело, что появилось нового, как поменялось все. Хорошо. Ноги ширина таза. Пальчики ног чуть-чуть в стороны. Руки через стороны вверх, вдох. Опускаемся вниз, вместе с тазом. Ладошки перед собой. Оп. Таз вверх. Вдох, вытянулись. Таз вниз. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Левая рука вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Таз вверх, вдох. Таз вниз. Выдох. Ладошки. Ладошки. Дышим, вдох. Выдох. Ставим сзади ладошки, садимся. Поза стола. Пальцы рук вперед смотрят. Вдох. Раскрылись. Выдох. Таз между ладоней. Висим. Голова к коленям. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз пяткам
Выдох. Все, повисли. Растягиваем плечики. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дышим животом. Голова, подбородок на грудной клетке, голова спереди. Хорошо. Ставим таз на копчик, ножки, руки. Равновесие поймали, ножки вытянули. Вдох. Выдох. Вдох. Руки прямые, параллельно полу. Выдох. Носочки на себя. Вдох. Носочки от себя. Выдох. Легли на спинку, на позвонок, на поясницу. Ноги 10 сантиметров над полом. Лопатки висят. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Опустили ноги. Руками потянулись вверх. Вдох. Ножки в стороны. И выдох. Легли в расслабление. Шавасана. Сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Вдохи как вздохи, выдохи как выдохи облегчения. Вдох. Выдох. Расслабились. Вдох. Выдох. Отпустили все. Вдох. Выдох. Отпускаем дыхание, отпускаем что-либо, отпускаем тело. Вспоминаем аффирмацию. Сейчас со мной все хорошо. Чувствуем дыхание, чувствуем мышцы в теле, чувствуем одежду на теле, чувствуем вес тела, точки касания, ног, рук, таза, спины, головы. Расслабляем лицо, глаза, язык. Глаза, язык, лицо. Кончики пальцев на руках, кончики пальцев на ногах. Стенка живота двигается на вдохе вверх, на выдохе вниз. Давайте после выдоха втягиваем живот. Делаем вдох. Стенка живота вперед идет. Выдох. Назад. До выдох. Втягивали живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох.
Выдох. Тянули живот. Все отпускаем. Вдох, выдох. Шевелим пальцами рук, ног, вытягиваемся руками в стороны или вверх. Во все стороны вытянулись, вдох, ножки пошире сделали. Звездой легли, вытянулись, выдох, раз, расслабились. Еще раз звездой вытянулись, вдох, во все стороны. Выдох, расслабились. Еще звездой вдох. Пальцы ног, рук. Отпустили все. Согнули коленочки. Ноги вверх, руки вверх. Встряхиваем. Вот это омолаживающая процедура. Встряхивание. Капиллярное встряхивание или капилляр упражнение обязательно тоже. Включаем, активируем капиллярную сеть рук, ног. Трясем, тряска, тряска. Хорошо, остановились. Согнули ноги и катаемся вперед-назад. Покатались. Исель. Раз. Можно подушечки использовать. Давайте в исходное положение сидя. Подушечка всегда удобнее сидеть. Откройте глазки, осмотрите свое пространство. Послушайте свое пространство. Понюхайте. Сделайте вдох. Выдох. Почувствуйте тело, почувствуйте пространство внутри тела, какая там погода сейчас, что поменялось, что мы получили вот за этот час. Представьте свой день. Если у кого-то спланирован день, представьте, что там запланировано. И намерение, давайте ладошки перед грудью, из сердца. Намерение на весь день. Со мной все хорошо. Все будет складываться, и все складывается, давайте, наилучшим образом. Направляйте свое намерение, свои мысли сейчас в сторону важного, что для вас важно сейчас, что для меня важно сейчас. Это может касаться тела, каких-то целительных вещей, то есть мы сами себя можем исцелять, направлять туда внимание, на какие-то дела, на своих любимых, родных, родственников. И часть у нас как проявление щедрости к миру. Мы давайте пожелаем счастья, избавления от страданий всем живым и чувствующим существам. Спасибо на сегодня. Продолжение завтра. Подключайтесь. Всем прекрасного дня. Хорошо. Спасибо всем, кто был на линии. Можете поднять руку, чтобы я видел, что вы готовы закончить. Кому не хватило шавасаны, можно полежать. Все, всем пока.